Примадонна отечественного шоу-бизнеса не смогла пропустить программу, которая была посвящена композитору. Буквально на днях в эфире Первого канала вышел новый выпуск программы «Сегодня вечером», который был посвящен композитору Игорю Николаеву. В этом году именитый исполнитель отмечает 40-летие своей творческой деятельности. Всего за несколько дней до своего 59-летия Игорь Николаев собрал на вечере близких друзей и коллег по сцене. Среди приглашенных были замечены Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, супруга Николаева Юлия Проскурякова, Валерий Леонтьев. Не смогла пропустить важное мероприятие и примадонна отечественного шоу-бизнеса, которая крайне редко соглашается принять участие в съемках телепередач. Приглашенные гости во главе с телеведущим Максимом Галкиным вспомнили самые интересные эпизоды из жизни, которые так или иначе были связаны с виновником торжества. Алла Борисова припомнила, как впервые увидела композитора, который начинал творческую деятельность у нее в коллективе. Кроме того, в ток-шоу были показаны архивные кадры, на которых многие артисты запечатлены еще в пору своей юности, пишет Вокруг ТВ. Пришедшие в студию музыканты исполнили для Николаева известные композиции, которые когда-то принесли им невероятную популярность. Так Валерий Леонтьев спел песню «Пароходы», сумев разогреть присутствующих в зале гостей. Алла Пугачева не смогла устоять на месте и стала танцевать с Юлией Проскуряковой и Ириной Аллегровой, которые без колебаний поддержали примадонну. Поначалу артистки танцевали отдельно, а затем и вовсе взялись за руки. Как уже писал сайт телепрограммы ПРО, за несколько дней до выхода передачи в эфир Игорь Николаев заинтриговал своих подписчиков совместным фото с Аллой Пугачевой и Ириной Аллегровой. При этом поклонники композитора удивились тому, что артистки оказались на одной передаче. Многим казалось, что примадонна отечественного шоу-бизнеса не поддерживает отношений с Аллегровой.